Всех приветствую на канале 18 соток. Хочу поговорить и рассказать о перце, который называется мандаринка. Вот такой шикарный миниатюрный кустик сорта мандаринка. Он очень неприхотливый для выращивания как в огородных, так и в комнатных условиях. Высота кустика около 20-30 сантиметров. Плоды направлены вверх. Они круглые. Созревают от белого до оранжевого и слегка бледно-красного. Вкус у этих перцев слабо острый, от 1000 до 2000 единиц по шкале Сковилла. Он хорошо подходит для консервирования целиком, как приправа к супам, соусам и мясным блюдам. Вот так выглядит перец в разрезе. Толщина стенок около 1-2 мм. Очень удобно съесть за один раз. Очень вкусный слабоострый перец. На этом обзор заканчиваю. Заходите на канал, подписывайтесь. Буду знакомить вас с остальными сортами перца, которые у меня есть.